Ευλογητό ο Θεός Твоя душа тянется к небу, а тело стремится к земле. Рассуди сам, что тебе дороже. И как одних людей притягивает земля, так других людей притягивает небо. И чем больше обучишь свое зрение смотреть внутри себя, тем быстрее отличишь истину от заблуждения. И как в соломе невозможно отыскать зерно, так и в миру невозможно найти духовное рассуждение. Скорби — это указательный перст Божий, который указывает тебе, что именно ты и есть виновник всех бед. Сердце невозможно заставить соединиться с Богом, ибо оно само соединяется с Ним, когда очистится от суеты. Сохрани в себе Бога, и Бог сохранит тебя. Делай в жизни лишь самое необходимое, и не хватайся за лишнее. Необходимое — это то, в чем помогает Бог, а лишнее — это то, где нет помощи Божией. Будь рассудителем, все замечай и ни к чему не привязывайся. Не доверяй своему мнению, и избежишь многих опасностей. Живи внимательно, не рассеивайся, и рассуждение не оставит тебя. Ловкость и смекалку хвалят на рынке, а на духовном пути — чистоту сердца и рассуждение. Истинное послушание мгновенно откликается на просьбу делом, а ложное послушание откликается на просьбу только словами. Но истинное рассуждение рождается только от истинного послушания. Одни люди смело полагаются на деньги, а другие смело полагаются на свои силы. Но самый смелый тот, кто смело полагается на Бога. Стоит возненавидеть лишь одного человека, и весь мир станет ненавистным. Но стоит возненавидеть самого себя, и полюбишь всех людей, благодаря рассуждению. Растратишь душу и плоть в страстях, и нигде не найдешь покоя. И отчаяние отыщет тебя, где бы ты ни укрылся. Чем незаметнее живет монах, тем заметнее его молитвенная помощь миру. По-настоящему живет только доброе. И оно всегда будет жить,
потому что только доброму предназначено жить вечно. Сколько уму не доверяй, в конце концов это суета-сует и горечь разочарования. И как детские игры отличаются от деятельности взрослых людей, так и теоретическое знание отличается от подлинной борьбы за свое спасение. Обыденность – это орудие зла. Она связывает душу вещами и желаниями. Постигай подлинность сердечной глубины, которая преобразит твою жизнь и соединит тебя со Христом. Если ты научишься тому, что значит постигать живым сердцем, тебе откроются небеса. Если ты думаешь, что размышление – это и есть рассуждение, значит, ты промахнулся и остался душевным человеком. Сколько людей предприняло множество попыток идти духовным путем, но почему же так мало спасающихся? Потому что духовный путь – это не реализация личных духовных домыслов, а отказ от самого себя. Каково состояние ума, запутавшегося в ложных попытках на духовном пути? Такой ум страшится потерять свои ложные стереотипы и все, что не укладывается в его представление, начинает считать ложным и ошибочным. Окаменевшее сердце не может выбраться из каменного лабиринта законов, а живое сердце находит живого Бога. Вдоль духовного пути возвышаются целые стены из окаменевших и обратившихся вспять сердец. А живое сердце, устремленное к Богу, становится подобно солнцу среди других живых сердец, сияющих на духовном небе. Для того, чтобы сердце ожило, оно должно научиться страдать и смиряться. Только страдающее и смиренное сердце может научиться любить. Чтобы научиться любить Бога, нужно научиться любить людей. А это значит научиться страдать. Когда сердце начинает любить близких, оно начинает страдать и, страдая, смиряется. Тогда оно становится живым. А если сердце устрашается страданий, оно отделяется от людей, замыкается в себе, мертвеет и гибнет. Сердце мертвеет, когда отвергает людей, а гибнет, когда отвергает Бога. Духовные книги подобны зеркалу. Каждый видит в них свое отражение. И каждый понимает их в соответствии со своим опытом. Можно оставить эту жизнь и быть живым. А можно быть живым, но не иметь жизни и не знать ее. Зачем ты доверяешь своему уму, который постоянно предает тебя
и уводит от Бога. А зачем ты обманываешь других людей, убеждая их довериться твоему уму, из-за лживости которого ты сам есть то, что есть, далек от Бога и от людей? Смирись, и ты придешь к молитве. Молись, и ты придешь к смирению. А молитва и смирение скрепляет духовное рассуждение. Не теряй попусту времени. Помоги спастись своей душе. А если после этого останутся силы, то поможешь спастись и миру. А если ты избрал для себя окончательную гибель, то богатство и власть – это то, что ждет тебя в конце пути. А если ты окончательно избрал для себя путь спасения, то полный отказ от богатства и власти – это то, что ждет тебя в начале пути. Если уму позволить думать по собственным прихотям, то он приведет человека к безумию и убьет своей распущенностью. А если ум очистить покаянием и молитвой и обуздать его смирением, он привлечет благодать Божию и сделает человека наследником вечной жизни. Самая главная ценность этого мира – это жизнь, а все, что не жизнь, – это не главное. Но еще большая ценность – святая жизнь. Поэтому все, что не святая жизнь – не главное. Главное для человека – стяжать святую жизнь по воле Божией. А не главное для человека – проводить жизнь по своей воле. Чем больше преуспеваешь вовне, тем больше опущение внутри. Но чем больше преуспеваешь внутри, тем меньше забот и попечений вовне.